передача направо. Ошибка. Ну, слишком много там защитников Ангуш, но тем не менее выход один на один, удар по воротам, счет становится 2-0. Ну, отличный первый тайм для махачкалинцев. Махачкалинцы будут водить мяч из-за боковой. Ошибаются защитники Ангушта. И Павел Долгов едва сейчас не отдал хорошую передачу. Удар по воротам. И счет становится 3-0. Слов нет. Тамерлан Рамазанов все сделал здорово. Закрутил мяч в дальнюю. Белов. Рамазанов. На Белова. Был положение? Нет. И 4-0.